все ебана шелуха. Чуким фінесі на кеш мечу налуха. Стачик притискаю тебе як челюха. Не насипалю ні шмаки нас на очі. Нас тільки плах білоруських мене прийняв. Пек води рашен крім пахнуть як роз. Запили бланк він горить як нотр. Там бачу вас наскрізь, ніби я хожу з вигад. Мої кроси побачили більше життя ніж ваші пацани разом взяли. Что вы там, братья, сестры? Как делишки? Что вы там? Илюха, брат, родной, скучаю. Что ты? Ну что, всех хочу поздравить с моим днем рождения. Чтобы у вас все получалось, чтобы у вас все было хорошо. Вот, ребят, чтобы вы были любимыми и... Все, что вы хотели, у вас все получалось. Мое день рождения – это ваш день рождения тоже. Как я вчера своему другу сказал. Поэтому всем респект за поздравления. Вот. Поэтому все будет хорошо, ребят. Главное – делать свое любимое дело. What? Who they got? А вы что там расскажите, короче, 16 числа в Киеве будет концерт, лютый, очень лютый, зубы желтые, короче, очень лютый концерт будет, 16 февраля в Киеве всем быть, вот обязательно, вход типа свободный, бесплатный, но там администратор клуба попросил, чтобы вход типа была любая купюра, там хоть гривну дать, хоть 5 гривен, типа, так, в принципе, бесплатный концерт, короче, очень много музла сейчас будет выходить, очень, в этом месяце, по-моему, 4 трека. Вот один уже вышел с группой Blood. Это очень, очень серьезные музыканты, которые... один из них, музыкант, работал в Майами, там очень-очень талантливый парень Влад. А второй поет в церковном хоре. Там такие типы, реально, очень сильные. Поэтому хардкор-хулиган, брат, what's up? Вы расскажите, что вы там, какие... Ну, в LA там, наверное, слишком жестко, типа, слишком много бомжей там, слишком жестко. Я думаю, в Майами, короче, гнать. Что там, кто? Кто со мной? Бро, своруй у меня бит. Спасибо. Привет, еще раз с днем рождения, брат. И тебя с днем рождения, спасибо, родной. Очень приятно, чуваки. Что кто-то вообще меня знает, кто-то любит, кто-то не любит. Это все хорошо, это мы все уважаем. Вот такие дела. Обнимите своих родителей, мам, пап, сестер, братьев. Скажите все, что думаете, как вы их любите. Обнимите, поцелуйте. Все у вас будет хорошо. Я за вас сейчас все сделаю. Хотел бы пару демо включить, но у меня, к сожалению, сейчас только один телефон. Поэтому как-то так. Включил бы такие лютые демки, там просто, блядь, типа реально. Уже сейчас все вот эти вот новые... Новые, короче... рэпер... Ой, что я говорю, рэпер, они... Новые алгоритмы на всех площадках, они работают очень странно, типа. Только, типа, когда у тебя какая-то очень большая вовлеченность, они толкают твою, там, релиз или пост или еще что-то вперед. То есть, если ты, допустим, там, выложил, к примеру, девочка какая-то там сиськи жопу выложила, все там сразу сидят, смотрят, и алгоритмы это все считывают четко и толкают это вверх. А там простые чуваки, такие, как я, там, как вы... Сейчас уже соцсети чисто настроены на то, чтобы, короче, толкать именно какую-то клоунскую, либо оголенную движуху. Если раньше еще можно было как-то продвигаться, оно все работало как бы демократично, то сейчас уже... Поэтому я сосредоточился не на том, чтобы там набирать какую-то популярность, какую-то... Короче, внимание на себя привлекать, а именно сосредоточился на том, чтобы делать красивую музыку, потому что поставил себе цель вот, вдохновлять людей на собственном примере и делать добро, все будет круто. Это моя высшая цель, так сказать, поэтому до этого просто баловался,
что-то там, музычку делал. Но музыка меня спасла и привела туда, куда надо. Happy birthday, John, for us. За вас, друзья. Лучше быть индивидуальным, 100%. 100%, брат. Я вас очень от души ценю, каждого, кто со мной. Кто со мной остался, кто меня кинул, всех люблю. Просто кайфую от каждого. Сейчас вообще нигде не живу. Ну, как в Киеве, типа. Тусуюсь. Планирую, да. Что вы расскажите, ребят? Что вы вообще хотите от нового Роузи? Что вам интересно? Так много пиздястрию. Объясню. 99,9% людей, они просто... У них нет высшей цели, они ни к чему не идут. И, соответственно, они не судители или еще что-то. Поэтому занимайтесь делом. Входите в этот микропроцент. Развивайте. Ставьте высшую цель. Это самое важное. Чтобы было к чему двигаться. Сейчас пишем рок-н-ролльчик. Очень крутой. Я уже просто устал от этого рэпа. Это уже вся такая попса просто. Альбом Бандана, я слушал его чуть-чуть, типа, ну это прикольно, это поп-музыка уже такая, это же даже, типа, это не, это уже не тот рэп, короче, это уже то, над чем смеялся, условно, Кизару и гнал беса, типа, над другими типами, он сделал то же самое, X10, типа, и получается, ладно, я просто такое не слушаю, реально, я слушаю Джимми Хендрикс, Шаде, Бьорк, Боб Марли. Ну, классика больше нравится. Ну, вообще, чуваки-красавчики, они делают реально качественный звук. Пускай лучше будет такая попса. Ну, там про наркотики не надо вот это все читать. Новый я, да, будет. Мы уже сняли клипчик этот. Вообще, сейчас столько просто материала. Вот реально, у меня уже столько музыки выходит. Нужно просыпаться, это все заливать. Фух. Надо какого-то менеджера, короче, нанять, чтобы это все заливал, потому что реально уже занят постоянно написанием музыки и там что-то новое делаю. С сентября поставил себе... Нельзя, к сожалению. Тут. Как зарабатывать, если стримы маленькие сейчас? Ребят, ну, если вы делаете музыку, чтобы просто стримы какие-то набивать и зарабатывать с этого бабки, то думайте именно как бизнесмены, там, покупайте рекламу, делайте, я не знаю, какие-то там розыгрыши какие-то, блядь, не знаю. Но я просто это все уже прошел, и это, на самом деле, не очень, мне кажется, интересно, но ты набираешь популярность, и типа, окей, и что дальше? Ничего интересного, мне кажется. Надо уже делать что-то более серьезное, какую-то такую музычку, чтобы люди, когда ее слышали, они сразу, вот это оно. А не просто там какой-то очередной мем, типа, и там залететь в ТикТоке, типа, или еще там. Типа того. Короче, это все фигня для детей. Ну, сейчас тут, короче, малой есть один, ему там 6 лет, вот, как раз вот поет вот эти песенки модных рэперов. Это то, что нужно как раз для деток. Только вот это про наркотики, про вот эту всю чепуху не надо читать. Надо за спортик, за добро. Ну смотри, стримы приносят больше денег, так что в любом случае, как ты зарабатываешь, если нет стримов? TikTok how это мем, это лютый мем, это кринж, это краш, это я не знаю, у меня как-то получается зарабатывать, чуваки, у меня
я не знаю, маленькие стримы сравнительно с кем, с чем, типа. Я просто не, честно, не гоняюсь, типа, за количеством, типа, этих стримов. Как-то копеечка идет, да идет. Чё там? Я ж ради творчества, я вообще никогда бы в жизни, когда начинал заниматься музыкой, типа, не подумал, что я там вообще 3 рубля с этого заработаю. Там, когда мне предложили мой первый аванс, типа, говорят, мы можем тебе дать 500 000. Я такой, чего, типа, что это такое? Я вообще никогда не знал, что такие деньги есть. Вот, а сейчас понял, что надо просто делать. Музычку хорошую, красивую. Все будет четко. Спасибо, братики, что были со мной. Всем еще раз привет, кто зашел. Почему пытаешься пялиться на Кизару? Ну, он такой тип я. Такой тип. Лох. А видишь? Мерч. Ну, вообще, нужно бизнесом каждый день заниматься. Типа тот же мерч, там все это нужно каждый день продавать, рекламировать. И тогда это хорошо идет. Но заработки хорошие, реально. Но это нужно каждый день этим заниматься. А я то там, блядь, то там на студии, знаете, полночи просидел. То там еще там, блин, просыпаешься в обед, короче. Дел куча. И я хочу сейчас все своим помощникам, своим родным передать этот бизнес, чтобы они им занимались там тем же мерчем и так далее. Потому что, честно, даже времени не было там отправить. Там люди покупают просто кучи уже, блядь, то отправ... Полечу, короче, покушаю. Спасибо, братья. Всех люблю. Під моїми найками Ауді вирубаю в першому раунді. Біт на старті, але вже в ауті. Під моїми найками Ауді.